уроженец города Бердянска. Анатолий Верещагин – это автор музыки. Автор слов – Анатолий Пшеничный, город Москва. Петь мы будем сегодня не только свои песни, да, но и песни наших авторов, ну и, может быть, что-то известное для вас также споем. Называется «Песня «Кому ты нужен»». Ее я также там исполнял, так что, думаю, вам тоже она понравится. Я как будто занят ужином, слышу голос за спиной. Ну скажи, кому ты нужен, кроме матери родной? Кто поймет и не осудит, лист почтовый теребя? Кто печаль твою остудит, кто поплачет за тебя? Ну а если нет спасения, жизнь как жуткое кино, под кладбищенской сиренью твоя матушка давно. Если дом твой перестужен, если окна без огней, ну скажи, кому ты нужен, кроме родины своей? Кто-то в гору, кто-то в нору, и жена, махнув с крыльца, сыщет новую опору, сменит камень у кольца. И на дальнем перегоне буду душу согревать две горячие ладони. Это родина и мать. Оттого ведь и снова, словно вены на руке, два заветных этих слова рядом в русском языке пусть сияют, завлекая чужедальние края, там, где мать твоя родная, там и родина твоя. Там, где мать твоя родная, там и родина твоя. Слышу голос за спиной. Ну скажи, кому ты нужен, кроме матери родной? Кто поймет и не осудит, лист почтовый теребя? Кто печаль твою остудит, кто поплачет за тебя? Кто печаль твою остудит, кто поплачет за тебя?